Февраль – месяц прекрасный во всех отношениях. Во-первых, это последний месяц зимы. А во-вторых, он открывает череду чудесных праздников. День всех влюбленных – 23 февраля и 8 марта. Готовиться ко всем этим датам нужно заранее. Ну а как? Поговорим сегодня. В эфире «Телегид. Покупатель всегда прав» и я его ведущая Лидия Шилаева. В этом выпуске мы узнаем, где найти букеты с характером, как привести себя в порядок к праздникам и на чем сэкономить при покупке дверей. Ни один праздник не обходится без цветов. К тому же сегодня тематические букеты можно собрать как для женщин, так и для мужчин. Главное – найти флориста, который угадает ваши желания и воплотит их в жизнь. Где искать, мы вам подскажем. Любимые букеты теперь по новому адресу. Удивлять и радовать – это главное кредо в работе творческой мастерской «Галерея цветов», поэтому ее коллектив постоянно стремится быть ближе к покупателю. В январе мастерская переехала недалеко от старого адреса, чтобы клиенты не заблудились, но удобнее в расположении. Помещение стало еще ближе, еще доступнее к нашим покупателям, к нашим клиентам, потому что оно находится прямо напротив парковки, вы выходите, и вам уже никуда далеко идти не надо. Новое уютное, светлое и просторное помещение расположилось по адресу Ленина, 22. Это здание Дома книги. Помимо парковки, расположенной прямо напротив входа, есть здесь и другие преимущества. Размер помещения позволяет не только разместить здесь огромный ассортимент свежих цветов, но и подготовить для гостей творческой мастерской тематические зоны. Планируется фотозона для покупателей. Можно с нашими букетами, можно просто прийти пофотографироваться. В новом помещении галереи цветов неизменным осталось главное – индивидуальный подход к каждому клиенту и авторские букеты с характером. Традиционно здесь вы найдете самые разнообразные цветы, только роз не менее 7 сортов. Конечно же, герберы и хризантемы неизменно привозят в творческую мастерскую и экзотические цветы, которые любой букет сделают эксклюзивным. Гортензии, тюльпаны и ирисы никого не оставят равнодушными. И важно, что цветы всегда свежие, а значит, будут долго радовать своей благоухающей красотой. И хотя у нас еще тут заканчивается ремонт, но, как я заметила, такую тенденцию, мы стали чаще заказывать цветы. То есть у нас их достаточно раз в 2 дня обязательно привоз. Впрочем, какими бы чудесными ни были цветы, это всего лишь растения. В авторские букеты их превращают волшебные руки флористов. Эти мастера в галерее цветов – особая гордость. Флористы постоянно посещают цветочные выставки и форумы, а также мастер-классы и обучающие семинары известных гениев цветочного дела. Наши клиенты ценят нас за индивидуальный подход к каждому букету, каждому пожеланию. И, обратившись к нам, они получают именно то, что им нужно. Найти можно любой букет – весенний, летний. Можно сделать строгий, мужской. Сейчас очень модная тенденция – это вот коробочка. Цветы в коробочке смотрятся очень элегантно, необычно. И цветы, как правило, стоят более 2 недель. Главный праздник февраля – День всех влюбленных. Это именно тот день, когда никак нельзя обойтись без цветов. И в творческой мастерской галерее цветов готовят приятный сюрприз для покупателей. Мы разработали к этому празднику целую коллекцию авторских букетов, которые вы нигде подобные не купите у нас в городе. И коллекция открыток, тоже специально для 14 февраля. По новому адресу сохранилась и старая система скидок для постоянных покупателей. Телефон также остался прежним – 7-66-99. Дорогие наши покупатели, благодарим вас за доверие к нам. Мы ждем вас по новому адресу Ленина, 22. Мастерская работает с 8 утра и до 7 вечера. Без обеда и выходных действует услуга доставки цветов. Творческая мастерская «Галерея цветов» теперь по новому адресу. Проспект Ленина, 22, здание Дома книги. Прекрасно выглядеть и покорять окружающих своей идеальной фигурой и сиянием кожи нужно в любое время года, особенно в праздники. В ближайшие несколько минут мы расскажем вам о том, какие процедуры позволят вам не только сохранить свежий цветущий вид, но и помогут справиться с такими серьезными эстетическими проблемами, как шрамы, псориазы, растяжки и лишние жировые отложения. Безболезненная и эффективная процедура, которая подходит как мужчинам, так и женщинам любого возраста, направленная на решение огромного спектра эстетических и медицинских проблем. Звучит как сказка, но это реальность, которая доступна уже сегодня. Карбокситерапия – методика, которая входит в пятерку самых эффективных процедур по регенерации тканей. Суть ее проста. С помощью мезоинжектора внутрикожно или подкожно вводится специальный медицинский углекислый газ. Мы четко выставляем,
количество, объем газа, который мы вводим, глубину газа. И все достаточно просто. Дальше дело техники. Нажимаем, и, собственно, он у нас вводится туда, куда нужно. За счет того, что мы с вами получили большое количество кислорода, что у нас получается? Что у нас увеличивается обмен веществ. То есть способность ткани к регенерации, самовосстановлению увеличивается. Признаки увядания кожи, темные круги под глазами, локальные жировые отложения, целлюлит, шрамы, травмы, псориазы, артриты – это далеко не все показания для карбоксотерапии. Процедура сочетается практически с любой другой методикой и показывает невероятные результаты. Эффект виден сразу и сохраняется до 1,5 лет. При этом карбокситерапия полностью соответствует современному тренду медицины. Все естественно и натурально. Там нет ничего, что вызвало бы какое-то токсическое воздействие на организм. Когда мы вводим с вами углекислый газ, создается определенный участок, где его много. То есть с точки зрения организма мы получаем гипоксию. Кислорода меньше становится, и он включает определенный механизм. В биохимии он называется эффект Бора. Когда попадает углекислый газ, собственно говоря, в определенный участок ткани, это может быть не только кожа. Это может быть и волосистой части головы, это может быть артриты, это может быть мышца. То есть это может быть любой совершенно участок кожи. Он вызывает совершенно определенные механизмы, которые сводятся к трем направлениям. Это, во-первых, увеличение кровотока, во-вторых, расширение микроциркуляции, и, в-третьих, быстрее гемоглобин отдает кислород. То есть мы, с одной стороны, вводим углекислый газ, а в ответ получаем именно насыщение кислородом. За счет того, что мы с вами получили большое количество кислорода, что у нас получается? Что у нас увеличивается обмен веществ. То есть способность ткани к регенерации, самовосстановлению увеличивается. В отличие от многих других косметологических методик, эффект от карбоксотерапии носит не только эстетический характер. То есть мы не просто видим результат, но и чувствуем его. Во всем мире это больше лечебная процедура. И эстетику, улучшение качества кожи, уменьшение морщин, лечение целлюлита, уменьшение растяжек, рубцов. То есть мы получаем через лечение кожи. Это совершенно другой принцип, нежели мы что-то ввели, оно у нас какое-то время подействовало и потом ушло. Для тех, кто совсем не приемлет никакие инъекции, есть и безинъекционный вариант карбоксотерапии. В этом случае на кожу лица наносится специальный гель и маска, в результате взаимодействия компонентов которых выделяется углекислый газ. После процедуры, в принципе, я делала много разных уходов, ощущение такого свежести, лифтинга и просто удовольствие, ощущение своей кожи, очень мало процедур дают. Несмотря на то, что карбокситерапия – методика универсальная и подходит почти для всех, есть здесь и ряд противопоказаний. Поэтому так важно делать эту процедуру в сертифицированном медицинском центре, где специалисты вас проконсультируют и подберут оптимальную для вас программу и индивидуальный курс. Медицинский центр «Шоколад» – это высококвалифицированные специалисты, в том числе врач-косметолог, современные аппараты, имеющие сертификаты соответствия, и новейшие косметические и медицинские препараты. Центр работает по стандартам Министерства здравоохранения и соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологического режима, имеет лицензию на проведение услуг и использует в своей работе одноразовые медицинские материалы для проведения процедур. Медицинский центр «Шоколад» – ваш красивый ориентир на пути к совершенству. Проспект Мира, 3, телефоны 757-87 и 701-31. Качество и надежность, и при этом доступная цена. Вот главные критерии, на которые мы ориентируемся, выбирая двери, как входные, так и межкомнатные. Но как совместить эти, казалось бы, полярные понятия, узнаем сегодня в магазине «Евродом». Ремонт и строительство – дело всегда затратное. И неудивительно, что появляется желание сэкономить, но при этом не потеряв в качестве. Отличный вариант такой экономии – двери от магазина «Евродом». Металлические входные, межкомнатные из массива, шпанированные и ламинированные двери. Двери с покрытием ПВХ и экошпон. Широчайшая линейка моделей от известных российских производителей. Мы, потому что работаем с проверенными производителями уже не один десяток лет, которые зарекомендовали себя на рынке и, соответственно, наших покупателей. Двери эконом-сегмента не уступают в качестве и надежности дверям премиум-класса и точно так же могут быть подобраны под цвет и стиль вашего интерьера. Невысокой стоимости удается достигнуть за счет сразу нескольких факторов. Во-первых, магазин «Евродом» – официальный представитель фирм-производителей, а это значит, никаких дополнительных наценок на изделия нет. Во-вторых, в магазине постоянно действуют акции, скидки
на выставочные образцы дверей, а также гибкая система скидок. При крупном единовременном заказе вы можете очень ощутимо сэкономить. Ну и в-третьих, замеры и доставка до подъезда в городе и в радиусе 80 километров от города бесплатно. Отдельное внимание уделим категории так называемых дачных дверей. Для ваших загородных домов и домиков в магазине «Евродом» есть специальные предложения. Это межкомнатные двери из срощенного массива сосны. Такое дверное полотно стоит всего 4000 рублей, при этом прослужит долгие годы. Дачные двери, массив, как необработанные лаком и красками, так и в любой цветовой гамме можно их подобрать на усмотрение уже покупателя. Ну и, конечно, металлические дачные двери – идеальное решение по оптимальной цене – 9000 рублей. Несмотря на то, что эта дверь, скажем так, невысокой ценовой категории, но, опять же, дверь утепленная, покраска коррозийноустойчивая, вот, тоже замки, глазок, в общем, все присутствует. Также, так как петли наружные сейчас делают двери, но они предлагают противосъемные штыри, которые, ну, скажем так, если вдруг кому-то там петли вздумается спилить, дверь останется на месте за счет вот этих противосъемных штырей. Вообще, выбор дверей в магазине «Евродом» удовлетворит любого заказчика. Так, например, здесь представлены двери с терморазрывом. В одной конструкции два полотна, между которыми теплосберегающие и шумоизоляционные материалы. Эти двери уже идут как самостоятельные входные двери, которые уже не предполагают наличие второй входной двери. Также в цвет внутренней отделки двери можно будет откосы сделать доборами, наличниками, и будет это очень эстетично. А еще в «Евродоме» вы легко найдете дверь, даже если в вашем доме или квартире проемы нестандартных размеров. Для вас подберут дверь нужной вам высоты и ширины. Кстати, еще раз напомню, все замеры здесь делают бесплатно. На каждую дверь «Евродом» предлагает двойную гарантию от производителя и от магазина. Предоплата при заказе всего 30%. Полную стоимость двери вы оплачиваете уже после установки, то есть лично убедившись в ее качестве и надежности. Также в магазине «Евродом» действует беспроцентная рассрочка от магазина, без участия банка. Все подробности об ассортименте дверей в «Евродоме», а также о представленной в магазине корпусной мебели и шкафах-купе вы можете узнать на сайте www.evrodom-sarov.ru. Также на сайте можно оставить заявку быстро и удобно. «Евродом. Вся суть в деталях». ТЦ «Европа», второй этаж, телефон 375-77. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!